В регионе в самом разгаре сезон простуд, поэтому особенно важно следить за своим здоровьем. Как говорится, для мер профилактики все методы хороши. Я лично, приходя на работу, завариваю горячий витаминный лимонад, рецепт которого предельно прост. Две дольки апельсина и лимона, заваренные крутым кипятком, подарят ощущение бодрости на весь рабочий день. А какие меры профилактики используют горожане, выясним в вопросе нашего телеканала. Скажите, пожалуйста, как вы боретесь с сезонными заболеваниями? Есть ли у вас какие-то методы профилактики? Ношу маску, мою часто руки. А какие-то народные средства, может быть, там чаи или какие-то фрукты убойные дозы? Ну, летом ягоды. То, что собрали, вырастили, сейчас едим. Что-нибудь, какие-то чаи, народные средства или таблетки? Ну, чаи травяные, да, постоянно пьем. Что с медом пьем. Мелисса, мята у нас, зверобой, все вот это вот. Вы собираете? Нет, у нас все на даче. Все в саду растет. Также вы увлекаетесь чаем? Мы также вместе, да, вместе. Травяные, в основном травяные. И чеснок. Чеснок еще. А каким-то таблеткам доверяете или все-таки считаете, что народное? Нет, таблетками я не увлекаюсь. Малина, травы, мед. Шикарно. А может, какие-то чаи травяные или еще что-нибудь? Ну, вот я говорю, траву завариваем. А малина собственная, садовая, да? Нет, у меня сада нет, покупаю, к сожалению. Есть ли у вас какие-то свои методы народные, или, может быть, вы доверяете медицине профессиональной? А вы знаете, 50 на 50. Так, очень интересно. Итак, ну, у нас мы из деревни приехали сюда, поэтому лишний раз ездить в медицинское учреждение проблематично, и поэтому стараемся что-нибудь, травки всякие-то. А что-то конкретное есть, какая-нибудь ваша вот фирменная, чем вы доверяете уже? Ромашка там, ну вот мята. Вы сами знаете, ромашка, подорожник, малина, смородина, все с огорода, вот рябин, черемуха, все это идет. Проветривать комнату. Отлично. В первую очередь. Ну и самой тоже предостерегаться. Перчатки, маску. А что-нибудь из народных средств, там чаи, может быть, ягоды, фрукты? Ну, над картошкой подышать можно. Может быть, есть какие-то ваши фирменные методы профилактики? Есть. Что вы посоветуете? Вот я по 3 часа отдыхаю и хожу. Так. Утром делаю 2 часа зарядку. Замечательно. Пью водки только рюмку. Так. И все, больше нет. Лимон. Так. Потом забыл, как корень называется. Имбирь. Так. Имбирь, да. Малиновое варенье, мед. А и лимон вы с имбирем сочетаете? Или это по отдельности? Да, 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 в чай. Но чай должен быть не выше 100 градусов. То есть не крутой кипяток? Нет, такой, да? 70-80. Угу. У вас есть какие-то свои методы, как бороться с сезонными инфекциями? Чаи, травы? Самое главное – настрой человека. Шикарно. Если человек настроен не болеть, и все у него будет хорошо, ему буквально поможет даже простой чай. Вот такими житейскими советами поделились ульяновцы с нашим телеканалом. Будьте здоровы, дорогие друзья! Антон Никонов, Артем Куранов, новости Улправда ТВ.